Ну, в общем, не удалось немножко долететь нам 20 километров. Но в остальном, в принципе, нормально. Даже люди здесь есть. Вот, прилетели на поляночку. Хороший хребетик. Много места. Отлично. Хорошая погода. Хорошо летели. Низами облачность развивалась. Дождей нет. Снега тоже. Но погоду, к сожалению, уже выключили. Здесь высота у нас... 2500. Практически на уровне старта в Бире. Сели, вот. Не смогли перевалить хребет. Он закрыт облаками. Но ничего, нормально. Площадка хорошая. Здесь заночуем. Как мы с Вовкой мычканули. Вовкин сингл рун. Лучшее жилище на эту ночь. Отлично, посмотри, а у тебя супер, вот это, кстати, супер. Двухслойное, это круто. У меня однослойка, а это двухслойная. Бонус в том, что если будет иней, то он на тебя капать не будет. Это ты крыло как подушку решил? Я вот так его поставлю, что я когда сплю, высовываю. Первый опыт получен. Слетали в сторону Чамбы, но из-за низкой базы не смогли выбраться наверх, не долетели 20 километров, но на резервную запланированную посадку сели. Отлично отрос с большими полянами. Вот там мы и переночевали. Внизу местные, как обычно, пастухи кругом, пообщались. Они были очень рады, что хоть кто-то разбавил их не одиночество. Они там целыми неделями, кроме овец и собак, не с кем даже поговорить. Отлично, опробовали все снаряжение. Есть моменты. Однослойную палатку надо будет заменить на двухслойную. Она, конечно, под утро хорошо подсохла, но... Ночью, когда резко падает температура, неприятно эти капельки воды, постоянно об них задеваешь спальником, и спальник намокает. Вот, так что мелочи эти учтем. А так прекрасно было, свежий воздух, немножко организм, конечно, от высоты помучился. Вот, мне было, так, не скажу, что там тошнило, но чувствовалось, что ты на высоте, недостаток кислорода, сердцебиение учащенное, вот. Ну и что, через часа 4 все дело прошло, и нормально провели ночь. Вышли часа где-то, наверное, в 2 ночи, посмотрели на Млечный Путь. Звезд столько вообще не, нигде, наверное, не увидишь, кроме как в Гималаях. Только там полная темнота.
которая позволяет наслаждаться звездным небом. Вот, так что все отлично. Уже вот до Бира добрался обратно. Посадка внизу. Погода хорошая сегодня. Такие бодрые, бодрые потоки. Резкие местами даже. Ну ничего. Это лучше, чем кислая погода. Вот. Добрались туда где-то часа 3,5 потратили. Обратно я долетел за 2:40. Вот, сейчас в гостиницу мыться, отдыхать, переваривать полученные впечатления и готовиться к следующему маршруту. Он будет уже побольше, подлиннее, вот, поэтому, может, завтра даже сделаем выходной, чтобы организм отдохнул перед новыми приключениями. Погода в Индии пока хорошая стоит, несмотря на то, что тут периодически переразвитие происходит облака. Ну, нормально. Летать можно и нужно, иначе зачем нам сюда вообще приезжать. Пока такие новости.